Друзья, всем привет! Hello, friends! Сегодня я пришла на выставку Виктории Преображенской. Вот, сейчас нас ознакомят. Девушка расскажет. Вот. А музыка тихо так. Ну, просто создаем, да, небольшое такое. А музыка тоже ее, я так понимаю. Ее авторская. Музыка авторская. Тоже Виктории. Вот здесь еще такая вот выставка. Это фотографии. Ну, прорекламируйте. Где? Скажите что-нибудь. Ну, давай, хорошо, да. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. У нас выставка художницы-космиста Виктории Преображенской. Это художник, поэтесса, музыкант, ученый. Она доктор наук в области теологии и теософии, профессор, академик Ноосферной академии. В общем, человек очень интересный, очень уникальная личность, и по произведениям, вот, по самой живописи мы, наверное, уже успели это увидеть, что работы необычные, работы яркие, сочные, она очень хороший колорист, вот, пишет под свою музыку, поэтому тоже очень такие женские работы, очень такие перетекающие, перетекающими цветами. Вот, обладает арт-терапевтическим эффектом, но я думаю, что сами уже видите, что по цвету, как они воздействуют. И проводятся здесь у нас также занятия по спонтанной живописи, по спонтанному танцу, по музыку Виктории Преображенской. Следующий зал, ну, тогда... Нет, да? Вы же сказали, что это уже не ее, не а ее, общий, да. Поэтому... Да, 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 поэтому вот как-то так. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо.